Немногочисленную акцию протеста провели активисты организации «Национальное сопротивление» возле коттеджного городка на Фонтанской дороге. В 2005 году земли бывшего детского лагеря «Красные зори», говорят активисты, были незаконно распаеваны и отданы под застройку. Сначала они требовали от владельцев свободный проход к морю, теперь требования ужесточились. Мы требуем вернуть землю городу. У нас есть решение судов, где везде мэрия, ну, по этим участкам, между покупателем и компанией-застройщиком, везде третьей стороной выступает мэрия, которая требует сноса, потому что участки построены, строения построены незаконно. Эта схема один в один напоминает схему в Отраде при Костусеве, когда хотели отжать землю, тогда не получилось, тогда общественность успела вмешаться. Активисты сообщили, что и дальше будут продолжать пикеты и требовать от прокуратуры и других органов разобраться в ситуации. Если это не поможет, они готовы обращаться в суд, приобщив все имеющиеся у них документы.